Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о посудомоечной машине Кёртинг, модель KDI-4550. Когда я подходила к выбору посудомоечной машины, я очень много читала и консультировалась и остановилась на такой посудомоечной машинке. Потому что, скажем так, малогабаритные кухни разместить посудомоечную машинку 60 сантиметров не предоставлялось возможным. И поэтому я остановила свой выбор на посудомоечной машинке 45 сантиметров. У нее очень много преимуществ, и теперь я по очереди о них обо всех расскажу. Посудомоечная машинка имеет три корзины, что уже само по себе необычно. Значит, нижняя корзина, под ней находится, как назвать, регулятор воды, которых в этой посудомоечной машинке три. Он находится внизу второй корзины, и он находится сверху над третьей корзиной. Расскажу обо всем по порядку. Нижняя корзина очень вместительная. Можно поставить тарелки, и могу даже продемонстрировать. Можно поставить тарелки и вот так, и вот так. И сюда точно так же, и очень много входит в эту корзину. Значит, вторая корзина точно так же, сама по себе, очень вместительная. Можно что-то более маленькое, ну не на этой тарелке, скажем так, покажем, поставить вот так. Здесь поставить все кружечки. Сюда можно расположить фужеры, для того, чтобы они не соприкасались с другими предметами и не разбились. Эта корзина имеет два уровня. Одним движением руки мы можем взять и приподнять выше. Что это нам дает? В нижнюю корзину мы можем загрузить более высокие предметы. И при этом у нас не будет затрагиваться наши потоки воды. И точно так же очень легким движением мы ее опускаем, и совершенно ничего трудозатратного нет. Третья корзина, она очень удобна для предметов, для таких как ложки. Можете складывать сюда ложки, можете складывать сюда ложки. Сюда можно очень длинные предметы сложить. Вот люди, которые готовят там, да, лопаточки для размешивания, ножики, все могут сюда разместить очень удобно. И все промывается очень хорошо, так как и здесь есть потоки. И вообще система воды расположена очень удобно в этой машинке. Она позволяет мыть, отмывать все загрязнения и мыть всю посуду очень чисто. Значит, здесь у нас расположены отсеки для таблеточки или же жидкого средства. Здесь у нас отсек для того, чтобы заливать ополаскиватель. Здесь внизу у нас отсеки для того, чтобы сделать соль засыпать, которая нужна для смягчения водички. Очень легко все открывается, все убирается, снимается и очищается от каких-то загрязнений, которые с посуды у нас падают вниз, опадают. И значит, что я еще хочу рассказать? Я хочу рассказать о самой системе включения. Панель очень удобная, она сенсорная, очень легким движением мы включаем машинку, нам отображаются функции, вот я сейчас покажу, вот я начинаю нажимать, и мне сразу отображается, какая будет у меня
какая будет у меня программка включена. В этой посудомойке 5 программ, которые позволяют и после большого фуршета перемыть посуду, и после семейного обычного ужина. Значит, когда я включаю программку, у меня отображается здесь значок, у меня отображается, сколько времени будет затрачено на то, чтобы помыть мою посуду. Все программы описаны в инструкции, я не буду на это затрачивать сейчас время, то есть от загрязнения посуды мы можем поставить программку. Есть программа «Стекло перемыть», «Хрусталь», вот что-то это. Еще большое удобство этой посудомоечной машинки то, что мы можем сделать функцию половинной стирки, половинной мойки, извиняюсь. Потому что получается, что не всегда ты можешь накопить очень много посуды. И ты берешь, нажимаешь половинную программу и, не наполнив полностью посудомоечную машинку, но у нас затрачивается меньше воды и меньше электроэнергии. Хотя вы посмотрите, что время, например, изменилось не настолько, но машинка не будет набирать полное количество воды и не будет затрачивать много электроэнергии. Эта панель еще очень удобна, то что ее элементарно любой салфеточкой влажной, любой этой, мы просто убираем и вытираем все загрязнения. Вообще встроенная, конечно, техника, ничего не видно, а открываешь, а там такой сюрприз и такое многофункциональное устройство. Ну вот, пожалуй, и все о нашей посудомоечной машинке. Желаю вам хорошего дня!